почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Литерева, профессор Вятского государственного университета. Татьяна Владимировна Черниговская, дважды доктор, потрясающий ученый, специалист с мировым именем в области когнитивной науки, профессор, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского университета, заведующая кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук, член-корреспондент Российской академии образования, популяризатор науки. Ее книга «Чеширская улыбка кота Шрёдингера. Мозг, язык и сознание» представляет собой серию когнитивных исследований, начавшихся с сенсорной физиологии и постепенно перешедших в область нейронаук, лингвистики, психологии, искусственного интеллекта, семиотики и философии. Признаюсь, что не рассчитала своих интеллектуальных сил. Черниговскую лучше слушать, чем в ретроспективе читать ее сугубо научные статьи, в которых она старается примирить язык и сознание. Книгу, безусловно, надо читать медленно, что называется, с карандашом в руках. Есть большая вероятность, что что-то важное пропустишь или не зафиксируешь. Подчеркну, это кардинально отличается от выступлений Черниговской в СМИ. Другой язык и другая целевая аудитория. Все же для очень и очень продвинутых. Здесь качественный, высокий научный стиль изложения. Повторюсь, лучше читать специалистов в области нейрофизиологии, нейропсихологии, неврологии и психиатрии. Это прекрасная возможность разобраться в том, как взаимодействует язык, мозг, сознание и окружающий мир. Черниговская – удивительно обаятельная личность, увлекающий и увлекательный собеседник. Но не забываем, что это большой и серьезный ученый. Потрясающая эрудиция, образование, профессионализм и преданность своему делу. Тем не менее, книга все же читается с трудом, напряженно. Это не научно-популярная литература, и тем не менее 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».